Всем привет! В эфире «Универ News», а в студии Камила Хайрулина. О событиях и жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Казанский университет принял участие в антикоррупционном молодежном форуме. Студенты Казанского университета отыграли психологическую драму «Взаперти». Состоялась презентация 8-го тома сочинений Державина. Университетская клиника Казанского университета вошла в топ-10 государственных клиник Татарстана премии «Продокторов». Этот рейтинг составлен на основе мнения пациентов. Также премию «Продокторов» получила врач-эндокринолог униклиники Ландыш Волкова. По оценке пациентов она заняла третье место в рейтинге врачей-эндокринологов Татарстана. А теперь к другим новостям. Почему перенесли державинские чтения и какая конференция прошла в Татаринформ, расскажет наш корреспондент. В информационном агентстве «Татаринформ» состоялась презентация 8-го тома собрания сочинений «Гавриил Романович Державин. Поэзия, драматургия, избранная». Спикерами на презентации выступили ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова и первый проректор Всероссийского государственного университета юстиции Дмитрий Гурьев. В рамках пресс-конференции также была обсуждена тема переноса державинских чтений. Я надеюсь, что проблемы, связанные с пандемией, они спадут, и мы очередную конференцию проведем вместе и, как сейчас говорят, в нормальном офлайн-режиме, чтобы нас никто не критиковал, но я думаю, всегда теперь уже все это будет в смешанном формате, чтобы и контингент участников увеличить, наверное, будут подключения и в дистанционном режиме, особенно наших иностранных коллег. Восьмой том представляет собой уникальный путеводитель, который подводит итоги предыдущему периоду работы и ставит новые задачи. Ответственными за издание и авторами комментариев выступили профессора Казанского университета Алексей Пашкуров и Анатолий Разживин. Также отмечалось и то, что планируется создание сайта, на котором будет опубликовано все собрания сочинений Державина. В общем-то, венец, да, нашему такого творческого союза с Казанского Всероссийского государственного университета юстиции и Казанского федерального университета в рамках державинских чтений, вот именно вот это уникальное издание. Было принято решение выдвинуть именно вот этот том, вот именно это издание на литературную премию. В завершение мероприятия 8-й том собрания сочинений Державина передали руководителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татмедиа Айдару Салимгараеву. Кристина Надыршина, Фарид Захитаглы, Универньюз. Студенты-активисты Казанского университета активно участвуют в мероприятиях по противодействию коррупции. Это отличная возможность работать совместно с институтами гражданского общества и органами власти. За продуктивную деятельность их наградили на одном из таких мероприятий. Смотрим. Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в честь которого на площадке IT-парка прошел Республиканский молодежный антикоррупционный форум. Участие принял председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин. В числе участников и представители Казанского университета вместе с независимыми экспертами, руководством министерств, ведомств и муниципалитетов республики были обсуждены актуальные вопросы. Одним из вопросов, который поднял руководитель Лиги студентов Руфат Кьямов, стоял в том, чтобы в вузах Республики Татарстан создать больше условий для прозрачности системы заселения в общежитии. И поэтому он обратился к председателю Совета ректоров Гафурову Шадравкадычу с просьбой, чтобы именно на Совете ректоров вузов Республики Татарстан рассмотреть данный вопрос. Также был поднят вопрос и о внесении в экзаменационную комиссию студенческих представителей по антикоррупционной деятельности. Я прокомментировал, что возможно сделать так, чтобы шла видеофиксация, которая есть у нас в университете КФУ, видеофиксация сдачи экзамена, чтобы не было никаких-то коррупционных проявлений. То есть люди видят, как он сдает экзамен, что происходит. То есть поэтому мы вот эту один из посылов наших студентов вузов Республики Татарстан решили воплотить жизнь сообразно вот таким видеоконтролем, который был бы удобен и для родителей, и для сдающего, и для преподавателя. К слову, вклад в развитие молодежной антикоррупционной политики не остался незамеченным. За это благодарственными письмами наградили студентов Казанского университета. Этот год в плане реализации антикоррупционной политики был достаточно успешным, хотя, конечно, все мы понимаем, что ковид помешал этому, но при этом нам удалось реализовать и онлайн-мероприятия, которые действительно имели успех.
у студентов и интерес, что самое главное. Главное только то, что мы научились проводить активную работу по профилактике коррупции, в том числе и в интернете. То есть охватить большее количество студентов путем прямых эфиров в Инстаграме, где мы объясняли, допустим, основу антикоррупционного законодательства. Проведение конкурсов, квизов тоже в онлайн-основе. По словам студентов, в будущем планируется организация республиканского антикоррупционного квеста с представителями других вузов, чтобы объединиться и сказать коррупции нет. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Согласно российскому законодательству, у некоммерческих организаций извлечение прибыли и распределение ее между участниками не является основной целью деятельности. Такие организации не всегда могут позволить собственную пресс-службу или пиар-специалистов. О том, как освещать деятельность НКО в СМИ, узнаете в следующем сюжете. Как эффективно взаимодействовать некоммерческим организациям с региональными медийными ресурсами? На эти и другие вопросы ответили на встрече СМИ и НКО в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций Казанского университета. Спикерами выступили руководитель портала «Открытые НКО» Александр Чекшин и его выпускающий редактор Виктория Савицкая. По мнению спикеров, основной доход приходит лишь через рекламу. С этой точки зрения контент должен быть очень востребованным и очень сложно социальным некоммерческим организациям достучаться и до журналистов сначала, а уже через журналистов достучаться до редактора и попасть на ресурс, который позволит рассказать о ваших каких-то добрых делах массовой аудитории. По данным, которые привела Виктория Савицкая, за последние 2 года было опубликовано лишь 55 материалов о некоммерческих организациях Республики Татарстан. По словам Александра Чекшина, чтобы быть услышанным в СМИ, информацию необходимо подавать интересно. Спикеры уверены, НКО и СМИ нужны друг другу. Проблемы их взаимодействия на сегодняшний день решает проект «Открытое НКО». Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Казанском университете на площадке Уникса состоялась премьера камерной психологической драмы «Взаперти». Роли в ней исполнили студентки-третьекурсницы Казанского университета. Поставил спектакль режиссер молодежного театра «Мизгель». О чем спектакль и какие вопросы поднимаются в представлении в материале нашего культурного обозревателя. По сюжету все события спектакля крутятся вокруг девушки Лии. Она живет взаперти в подвале в гордом одиночестве, боясь выйти на улицу и ведя диалог со своим внутренним миром. Размышления о том, чего можно добиться, если не бояться выйти из зоны комфорта и начать достигать тех целей, о которых мечтал в детстве, идет лейтмотивом на протяжении всей постановки. Привыкли видеть наш мир только с хорошей стороны, правильно? То есть, точнее, мы показываем ее с хорошей стороны людям. Например, в Инстаграм мы выкладываем красивые фотографии, накрашенные все, все хорошо у нас. А плохие стороны мы никогда не показываем людям. То есть мы боимся как бы ее затрагивать. Да, этот мир живет у нас внутри, но мы его не показываем. А вот в этом спектакле именно затрагиваются те темы, которые у нас, не только у нас, у молодежи, у взрослых живут внутри. Первоисточника у пьесы нет. Сюжет, как рассказали создатели постановки, сложился из нескольких этюдов. Некоторые моменты рождались прямо на сцене. Весь процесс постановки составил чуть больше месяца. Однако идея поставить такой спектакль родилась около года назад. Предложение было с моей стороны, потому что мы занимаемся и учимся татарской филологии. Там у нас пишут, там у нас любят татарский язык, то есть работают в этом направлении. И охота больше на драматургию. Обратить внимание, сначала были мелкие отрывки, то есть истории про любовь, про мечту детскую, про родителей, а потом все это мы вот собрали здесь. По словам режиссера, такой формат дуэта на сцене хорошо подходит под нынешние реалии. Много актеров задействовать не надо, обойтись можно без большой площадки. Камерная сцена в Униксе прекрасно подошла под такой миниатюрный спектакль. Это возможность нам, потому что этот спектакль невозможно сыграть в больших декорациях, например, с большим залом, где 100 или там 200 человек сидит. Далеко. А этот формат, он камерный. Мы специально хотели, чтобы зрители были рядом, чтобы они чувствовали. И вот это не наигрыш, а внутренние переживания. Глаза, чтобы их видно было, и чтобы они все прочувствовали, прожили. Лев Диденко, Вилета Басова, Универ Ньюс. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!